Лаги, ладно. Всем привет, с вами Рамус Крас, и сегодня 6-й, по-моему. Надеюсь, 6-й, я не ошибся, выпуск. Или даже 5, не знаю. В общем, ребят, извините, я забыл, какой по счету выпуск. Что я сделал? То есть, я опять не забыл, короче, что в прошлом. В общем, это индустриальная комната. Тут автоматизировано, то есть тут дофига всякого дерева будет. Это поступает в генератор, генератор создает энергию из дерева. Потом сюда ложь вещь, он все переплавляет и складывает в сундук. А эта дробилка у меня уже готова. Дальше это автоджукбокс, то есть ставишь пластинку, можно на паузу ставить, там все такое, ну вы поняли. Ну вроде на паузу можно ставить. Дальше вот это автокрафт, то есть ложите сюда вот это добро, вот это вот, которое из выпадает этого дела, да? Ложите сюда, он перекрафчивает в блоки, потом эти блоки вот сюда вот перемещает. И эти блоки уже ложим сюда, и это все дело плавим. Я также могу автоматизировать эту плавку, но пока что я этого не буду делать. Это супербум, это ну, сами поняли, это лучше. Это лифт. Нужно обязательно опыт иметь, вот этот опыт, чтобы это поехаться. Вот это такой нижний этаж у меня. Вот это автокрафт, собственно. Вот это все дело тяжелое. Сейчас вам все покажу, не бойтесь, ребят. Я опять не засек время. Ладно, ребят, извиняюсь. Сейчас я сразу засеку время. А то опять выпуск дофига будет, и придется очень много нарезать. Так, все, засек время. Окей. А дальше что? Я расширил остров. Видите, как я расширил? Вот теперь у меня так производит слава в таких количествах. То есть мне этого хватает пока что. Но, разумеется, я буду расширять. А вот, видите, так. Стоп, она опять не работает. Ну, ёлки-палки, а нет, работает. Ну, видите, мне этого дела вообще хватает идеально. То есть у меня набитая лава эта штука, потом дофига обсидиана. Да. Ферма какао-бобов. Ферма гибей, то есть это дерево я все сплавляю, получается латекс, я его забираю, разумеется. Ну и так все происходит, тут дофига всяких ирисов. Тут, ну вы знаете, что тут. Моя ферма мобов. Моя ферма ингерменов, так их тут всех убивали, блин, уже без меня. Тут я заметил, очень много людей прилетает, квантов всяких, и скупают у меня вещи в магазине. Да, вот и мой магазин такой, я уже подал заявку, но надеюсь, мне его создадут. То есть, смотрите, одно железо равно 100 гравия, и один алмаз равен землю. В основном покупаю землю пока что. Да, потому что кванты мне нужны, не нужен гравий. Да, вот две ручные, ну, ручной сбор, я так называю, вот, ферму. Мобов, ё-моё. А вот у меня 3, ой, 4 даже синих коробки и одна желтая. Что еще нового? Наверное, больше ничего нового нет, ребят. Ну, буквально только очень много рыбы дает автофишер. То есть я, наверное, не буду еще строить. Хотя, ребят, вру, наверное, все-таки буду, потому что, ну, для продажи, в общем. Вот видите, как тут много ресурсов фармится очень. Но я сам, мне очень лень на самом деле просеивать. Я, как я это делаю? Ну, конечно, меня после этого взломают, но окей, расскажу. Я делаю удаленный доступ, потом открываю, значит, свой смартфон и через удаленный доступ подключаюсь к компьютеру. И, то есть, зажимаю мышку, да. Ну, конечно, никто не зажимает мышку, все ставят на автокликер. Вот так вот просеиваю, да. И когда заканчивается стак в руке, я просто ставлю на другой. Через удаленный доступ на смартфоне. То есть, я лежу перед телеком на диване, это в другой комнате, и смотрю. И через удаленный доступ, через смартфон управляю. То есть, это очень удобно. Даже у вас не должен быть винда на телефоне, любое другое. Например, Android, там, iOS. Скачивайте программу, там есть такая программа еще Splash Top Streamer, скачивайте ее, регистрируйтесь там ля-ля, и на компьютер скачивайте ее, и тоже удаленный доступ, только второй. Ну, одинаково, если честно. Вообще без разницы. То есть, если у вас не Windows Phone, то так. Очень удобно, скажу я вам. Ну, проще сделать программу, конечно, самому, чтобы переключался инвентарь, но не лень, да. И нужно опять изучать язык программирования. Ну, я уже задолбался их изучать. Давайте фигачим мобов. Началка, я не знаю почему. Когда, в общем, приходят люди, их спамится вроде как меньше. Если они начинают качаться на них. В общем, я потом приглашу друзей с YouTube, они тоже, у них каналы есть, они мне все сделают, дело, может, даже на видео, я не знаю.
Вот, анти-АФК, я, честно, не пользуюсь, потому что, наверное, это наказуемо, но я реально не пользуюсь этим делом. Просто вроде АФК полчаса, насколько я знаю, поэтому стой и стой себе, анти-АФК не нужен. Вот у меня, смотрите, листья загружайте, и получится земля. Очень много земли, на самом деле, фармится, вот видите, уже стак. А загружу его в магазин, я пока что расширять не буду дальше. Вот так вот, и все. Так, хелпер, нет, печаль. Ну, в общем, я заявку на форуме разместил, и мне, надеюсь, поставить вапный магазин, хотя он у меня пока что, ну, не очень красивый и не развитый, но я его, разумеется, буду развивать и по-всякому апгрейдить. Вот столько у меня гравия. А, кстати, ребят, мне нужно еще, я буду еще продавать песок и даст. Это обязательно, потому что... То, хотя нет, песок я, наверное, хотя не буду продавать. Я буду продавать, хотя на песке тоже можно фармить. Но я не знаю. Ну, даст-то я точно буду продавать. Но песок может быть. Ох, что, голову сушителя я скоро буду визора спаунить. Но мне кажется, что я его не убью. Мне так кажется, потому что раньше будет очистка карты от мобов, чем я его убью, по-моему. С этим мечом кого-то ты убьешь. Ага, сейчас. А, червалку я не стал допиливать. Не знаю почему, лень. Резин есть. То есть сейчас я буду делать экстрактор. Давайте посмотрим. Я, конечно, знаю, как он крафтится, но я подзабыл. Индустр. Это что такое? Зачем он тут нужен? Окей. Экстрактор. Ох, какой тяжелый крафт. Какой тяжелый крафт. Нет, на самом деле, тяжеловато мне будет, потому что у меня, наверное, не хватит ресурсов. Печально, у меня не хватит железа. А за. Окей, поступим иначе. Открылся микромагазин. ТПК у меня. Продаю гравий. И... землю. Да, сейчас у меня на самом деле скидки, я, может быть, хотя нет, я, наверное, не буду повышать цены, это самые крутые цены в мире, нафиг. Такие цены не ставлю. Так, ЕТБ, АЦФ, буду готовить его. Ох, хоть бы кто-нибудь ТП-хнулся, мне реально нужно железо, а сам лень. О, вот так вот, но он, наверное, ничего не будет покупать. Я не знаю этого чувака, а я всех жирненьких насыплю, знаю, почти всех. Давайте, ребят, тпхаемся. Тпхаемся, ребят. Мы стоим. Ну, и где-то. Он, наверное, уже там полостроил. А, нет, вот. Чувак, покупай. Цены ниже некуда. Но они в первую очередь выбегают из магазина. Гад. Я потом, разумеется, общую качалку сделаю. То есть эта качалка будет офигенная просто. Там будут мобы просто вот так вот фармятся. И я... Фу, капец. Как он меня напугал, Стив. Вах. Ну, не тпфишь, ну зачем ты тпфишь за домой? Ну, не надо так делать. Ты меня обижаешь, Стив. Стив. Ну, купи, ну один алмаз из так земли, это копейки, это просто копейки, чувак. Это копейки, понимаешь, это копейки. А, гады, 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 гады. Вот так вот такой интерьер, о. Надеюсь, он купит. Блин, мне нужно железо, а не алмаз. Вот такой вот интерьер, это солнце и одновременно квест, то есть так. Ура! О, красавчик, обожаю таких людей. Вот так вот, ну, разумеется, вы можете выйти из магазина и посмотреть, какие у меня тут еще схемы. Сделать я... ну, как бы, разрешаю. Вот сколько у меня, вот нафиг они мне нужны. В общем, почему я решил делать не... Ой. Не алмазы, ой, не за железо, а за алмазы, потому что железо много нужно. Ну, железо 4-6 стоит один стак земли. А я не думаю то, что... А дашь железо, чтобы их уже
Я не жирный. Нету любых ресов. Дашь любых ресов, нормально. Ну, булыги накину. На самом деле, у меня сейчас реально с ресами жигец. Поэтому я завожу магазин сразу так. Пока что у меня даже нет нанки, но я завожу магазин. Открылся микромагазин, ТБ ко мне, продаю гравий плюс землю, дикие скидки, дикие скидки. Не видел, за сколько землю продают у других, но у меня будут такие цены, если я увижу ниже, я, наверное, скорее всего, понижу. Просто мне важно, чтобы у меня было больше покупателей, а не больше доходов. Скоро, если мне создадут варп, то, надеюсь, это будет варп-ромс. Потому что есть варп-шоу, варп-мб, вот эти вот говнецо, МБА, МБФ, вот это вот, МБ, вот это вот, это очень тупо, на самом деле, звучит. Коротко, ясно, понятно, запоминается, но, типа, поэтому варп-ромс будет. Надеюсь, не ромс, красы не поставят, а просто ромс. Посмотрим, а Даша один раз погибнет уже. Почему все такие попрошайки? Обычно мне дают ресов, ну, приходится некоторым давать ресов. Окей, чувак, окей, раз ты такой. Рад, ты где? Ты где? Нюша, ты ушел. А вот где? Вот так вот. Вот так вот. Да. Ох, печаль то, что железа нет. Мне очень долго просеивать, я не хочу просеивать. А, подглядел автоферму. Тростника. Слушай, каких размеров? Это как будто немец. А, каких размеров нужно колесо, чтобы сделать велосипед? Строить остров. Очень жирных. Вроде 100 на 100. Ну, я не знаю, 100 на 100 или 40 на 40, без понятия, или 60 на 60. Там четное число, в общем. Вот. Ох, нет, нормально не кипишу. Давайте, ну, разумеется, буду тоже продавать, как и в прошлые разы, только намного ниже цена будет, столько нет. Не гарантирую, но, скорее всего. Нет. Остров, чем больше, тем лучше, но больше лагов. Ну, знаете, я почему не на деталь... Ни хрена себе, это ты говно. Говно! Моих покупателей говнюк не убивай. Урод. Говнюк. Да здесь не сдох, чувак. Да, он тебахнулся домой, красавчик. Ну, как бы... Когда людей убивают эндермены на моем острове, они сразу, ну, наверное, все боятся и ливают. Ну, я... Когда меня сливают эндермены на своем же острове, то есть, знаете, как бывает? Закладываю, например, строю магазин, поворачиваю, случайно правой кнопкой мыши называю, правый, заметьте. И он меня гопает сразу. Вот, ну мне обычно вещи отдают, даже те, у кого нет вещей с собой, да. Не воруют, это хорошо, кстати, очень. Насчет того, что буду я давать гравий бесплатно, это не очень много вероятно, потому что... как сказать, железо за гравий, это очень мало. Понятно. Два раза, в общем, кликайте, у вас все это самое дело помещается. Понятно. Слушайте, я нормально так пофармил. Нифига себе, мало зомби, ага. Вах. Пластиночка, хорошо. Так, все. А, к сожалению, не буду я включать их во время выпуска, потому что это авторское право, это ДТП. Я не хочу с Ютубом конфликтовать. Ютубом конфликтовать. Я узнал, как правильно произносится YouTube. Да.
Но это муторно, честно. Красиво, но муторно. Наши же пацаны на районе ютубом называют. Это ж прикольно. Ну, так, это я пошутил, разумеется, ютуб. Так нужно называть ютуб, да, ютуб. Давайте посмотрим, какие у меня тут удои в этом сундуке. Вот так вот. Мицели тоже буду продавать. Но не знаю, кто будет покупать мицели. Я даже сам не покупал. Мне дали бесплатно. Люди добрые. Проще мицели, не знаю, донатность за рубль, сколько там, не знаю. В общем, я ютуберка, нужен 2000 подписчиков. У меня пока что где-то около 300, ну меньше 300, но ок. Я даже если будет 23 подписчиков, я мало вероятно, что буду претендовать на ютуберку, потому что мне оно не надо. Да. Но если дадут, то дадут. Вот так, дальше. Ну давай, открывайся. Как я генератор питаю, то есть берем дерево, вот так вот фигачим, и вуаля. И это, можно сказать, бесконечная энергия, потому что у меня бесконечное дерево. Вот так это все работает. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот. Всё. Заметьте, то есть у меня от вот этой вот фермы маленькой питается и тэнк, ну вот этот большой тэнк, то есть тут плавно поздно. И вот это вот все дело тоже питается. И вот это. Это очень круто. И плюс делается обсидиан, ребят. Это же, по-моему, это офигенно, как минимум. В общем, ребята, время эфира подходит к концу. Я поснимал. Я думаю, вы мне позвонили. Я поснимал минут 15-16 минут уже, да? Всем спасибо за просмотр. С вами был Мускрас. Если вы впервые, то подпишитесь, будет интересно. Поверьте, чтобы не пропустить новых выпусков. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Но если не понравилось, то что ставьте большой палец вверх, потому что мне очень приятно. Не представляете, как мне приятно, когда мне ставят лайки, пальцы вверх большие. Ох. Всем удачи и всем пока.